И еще одна авиационная новость. Минтранс доработал нормы для ручной клади. В июле в ведомстве определили, что пассажир имеет право минимум на 5 килограммов бесплатно. Но из списка вещей, которые можно брать сверх лимита, исключили зонты, ноутбуки, смартфоны, букеты. В перечне остались дамская сумка, портфель, детское питание и люлька, костюм в портпледе, костыли. Также в итоге разрешили брать с собой верхнюю одежду. И вот сейчас стало известно, что туда добавились рюкзак и лекарства.